Всем привет! Прошло 6-7 дней с тех пор, пока я не снимал видео, и сейчас, в общем, я в студии нахожусь и взял в руки камеру. Сегодня я залил видео на YouTube, по-моему, 28-й влог, где про бар, тату-конвенцию и про день тату-мастера. В общем, я вернулся, наверное, так сказать, потому что не было времени абсолютно на это. Сейчас я в студии, буду делать очередную татуху. И вчера делал татуху, но камера была разряжена, там было очень куча файлов, в общем, там не было места, чтобы даже снимать. Я сегодня все смонтировал, удалил, в общем, и я готов снимать снова. Не забывайте про конкурс, который проходит в группе ВКонтакте «Дневник эмигранта», ссылочка будет в описании и в этом видео, где вы сможете выиграть крутую одежду Рибок для себя, родственников, родных, жены, детей и брата, дочки, рыбки. Потому что сейчас больше не буду снимать видос в студии, но я должен похвастаться кое-чем, чем я, наверное, пока на сей день могу гордиться. Пойдем посмотрим. Я, в общем, сейчас работаю в студию моего, ну, друга, наверное, скажем так, уже человека, который стал хорошим знакомым, скажем так, да, чтобы неоднозначно, в общем. И я собираюсь открывать свою студию, но для себя самого, то есть свою домашнюю студию, наверное. То есть, что у меня будет отдельная моя комната, кабинет. Сейчас я работаю в этом кабинете. Ну, как видите, тут вешалочка там, ну, такое все. У него шибко обставлено, кстати, это Red Bull, который является нашим партнером, и они предоставляют нам на халяву баночки с Red Bull. В общем, чем хочу похвастаться-то все-таки. Я купил себе свою мечту и мечту многих тату-мастеров, которые сейчас работают. Это как купить сейчас iPhone 6s в тату-индустрии, да? Это самая лучшая машинка, которая сейчас есть на сей день в Европе и в России. В общем, называется она Cheyenne или Cheyenne. Она сделана в Германии. Она вот так выглядит. Выглядит она, знаете, как ручка. То есть она очень легкая, красит она как маркер. Я понимаю, что вот это все далеки, но не поймите, это просто прям, ну, как бы очень круто, очень круто. Такая вот она вот выглядит. Стоит она около 50 тысяч. Со всеми прибамбасами обошлась она мне около 60 тысяч, там, потому что на нее особые иглы нужны, всякая штучка особая, в общем. В общем, я вот с вами поделился, и следующее видео. Ты что, не пьешь? А, да. А, давай. За студию, за студию, за студию. Давай с тобой так, за студию. С пацанами. Всем привет! Сейчас я вам покажу зиму. В октябре это пришло. Зима в октябре. Ну, в кроссовках еще ходить можно, но уже все, как бы. Видите, да, сами дети вон снежки играют. Я вчера звонил, короче, маме в скайпе. Она говорит, у нас сегодня жарко, плюс 35. Прикинь. У нас то есть сегодня тоже жарко. Да, минус сколько сейчас, не знаю. Минус один, как минус шесть вообще. На самом деле не холодно, кстати, вчера грамм подбил. Ну, блин, снег лежит уже, все, вон, машины чистят дороги. Машины чистят дороги. Все. Да, ну мы еще в кроссовках, как бы, еще так не так уж холодно. Но в ботинке уже скоро переодеваться придется. Вот вам хорошо, вы еще можете
выйти из дома в шортах, ну плюс 30, можно же выйти в шортах? Выйти в шортах, купить самсу горячую, съесть арбуз. Ну там вообще-то и зимой тоже самсу можно купить горячую. У нас ни зимой, ни летом, блин, не купишь. Вот так и живем. О, задувает. Вот с моей прической вообще очень холодно зимой. Это я сейчас еще не особо постриженный. А когда у меня сзади вообще все лысо-лысо, то все холодно-холодно. Кстати, когда мы с окна смотрели, снегопад ебашит. Мы вышли, нету. Радуйся, дурак. В общем, вы, наверное, увидите это видео в конце самого длинного видео. В конце мая? Да, в конце мая. В общем, там будет про салон, про новую машинку, потом про тату-вечеринку и потом вот это видео, по-моему, не помню точно. И оно будет предпоследним, а заключительным будет видео про ФМС, как бы, и на этом все. Не забываем про конкурс, который идет ВКонтакте, где можно выиграть крутую одежду Reebok. Участвуйте, и, возможно, вам повезет.